Ты потрахиваешь мою ухо? Тренируйся в Кошкином лотке. В Кошкином парке нормально, пацаны. Какой воркаут, какой тренер, посмотри на меня. Я алкаш. Ну как я просто буду молчать. Ну как заебись. Нет, Саша, давай нормально. Давай. Охуенно. Когда мы пришли сюда, мы были никем. Теперь мы все. Я не выдам больше, лучше, чем было сейчас. Я не покакал перед подъемом, и это сыграло свою злую шутку. Да, как фитнес-тренер я могу сказать, что в парке бога зайдет. В свою очередь я хочу сказать, что... Что там?